Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем вот такую вот скоростную, быструю, легкую, самую простую, самую элементарную авоську. Я ее связала за две серии фильма по 50 минут, плюс то, что я снимала для вас. Так что считайте, около 2 часов. На эту мысль меня натолкнула моя дочь. Позвонила, говорит: «Мама, у тебя нет авоськи, они сейчас модные». Поэтому маме пришлось быстро вязать авоську. В смысле, нет у меня на канале. Вот так вот мой ребенок меня как бы немного направляет очень часто. Так что вяжем авоську. Ушло у меня 1,5 мотка, 150 вот осталось, 150 граммов вот таких вот ниток, довольно толстенькие, в 100 граммах 125 метров. То есть около 200 метров, если так приблизительно посчитать, 200 метров пряжи. Если у вас будет толще, тоньше, это, я думаю, не принципиально важно. 4 миллиметра крючочек. Вот, так что начинаем вязать за один вечерочек и вперед на пляж. Начинаем мы с того, что вяжем цепочку из 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Замыкаем кольцо и делаем 2 воздушные петли подъема. Далее вяжем столбиком с накидом. 24 столбика с накидом. Вот видите, здесь у меня ниточка, я ее здесь зафиксирую вот таким вот образом, полустолбиком. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем следующий столбик без накида, петлю предыдущего ряда. Снова 5 воздушных петель и столбик в петлю предыдущего ряда. И так до конца ряда. Вот получается такой вот прелестный цветок. 24 всего лепесточка у нас. Передвигаемся в центр 2 полустолбиками, в центр вот этой как бы вот этого лепестка. И теперь вяжем 6 воздушных петель. 6. И столбиком закрепляем в вершину вот этого предыдущего лепесточка. 4, 5, 6. И закрепляем. И так до конца ряда. Вот теперь уже лепестки у нас будут как бы побольше. Так, последний мой лепесточек. Его я закрепляю вот сюда, в эту петлю. Полустолбиком. И теперь снова буду передвигаться. 1, 2. Теперь делаю 7 воздушных петель. И столбик в лепесток. То же самое, только 7 воздушных петель. И так до конца ряда. Так, последние. Закрепляем сюда полустолбиком. И вяжем полустолбиком, передвигаемся на центр лепестка. Теперь уже 3 полустолбика. И теперь вяжем 8 воздушных петель. 5, 6, 7, 8. Закрепляем. И так до конца ряда. Первую петлю передвигаемся. 1, 2. 4 полустолбика. 1, 2, 3. 4. И теперь 9 воздушных петель. И продолжаем. Уже мы не добавляем. По 9 петель вяжем. Провязала 14 рядов таким образом. И теперь будем заканчивать нашу сумочку. Вот так вот это все выглядит пока. Вот я закончила этот 14 ряд. И теперь делаем столбик без накида. Вот прям в лепесток. Теперь 3 воздушные петли и столбик без накида. То есть вместо 9 мы провязываем 3. 1, 2, 3.
Так, до конца ряда. Смотрите, довязала до конца ряда. Теперь я просто в эту петелечку заканчиваю ряд. И далее вяжу столбиком. Там, где было 3 воздушные петли, вяжу 3 столбика. И один столбик сюда в дырочку. Таким вот образом продолжаем до конца ряда. Так, смотрите, довязала я ряд до конца. Так вот оно должно у вас выглядеть. Лишнее уберу. Вот такая вот торба, авоська, сумка, котомка, да как угодно назовите. Вот смотрим, у нас вот таких вот ячеечек должно быть 24 изначально. Пересчитайте, удостоверьтесь, 24. Сейчас я чтобы не считать, сейчас я вам просто по ячейкам и будем вязать. Вяжем, продолжаем вязать столбиком, так вот, чтобы вам было видно. Видите, отсюда я начала вязать 1 2 3 4, и вот пятая еще 1 2 3 4 5. Теперь вяжем воздушную петлю, цепочку из воздушных петель. Связали мы цепочку из 50 воздушных петель. Далее пропускаем 7 лепесточек, 7 дырочек. 1 2 3 4 5 6 7. Вот, и отсюда начинаем вязать 1 2 3 4 5. Снова мы провязали 5 окошек и вяжем цепочку из 50 воздушных петель. 50, следующая ручка. Теперь 1 2 3 4 5 6 7. Вот, видите, и тут мы замыкаем. Вот получается у нас вот такие две ручки. Теперь вяжем по кругу столбиком в петлю предыдущего ряда. Во-первых, здесь вот, и ручку мы тоже вяжем. Вот здесь вот переходим на цепочку. Из каждой петли цепочки вывязываем столбик. И вот так вот по кругу обвязываем. По кругу, по спирали. Вот смотрите, провязала я 2 ряда столбиком. И заканчиваем вот здесь вот уже полустолбиком. 1 2 3. Достаю и продеваю на изнаночную сторону. Надо, конечно, это дело сделать потоньше крючком. Так, теперь, девчонки, вот так сейчас я вам покажу, как это выглядит на этом этапе. Вот она. Так, теперь будем вязать, вот так доделывать вот эту ручку. Вот так вот. Для этого берем наши ниточки, основную нить, складываем в 2 сложения. И вот где-то примерно вот здесь. Вот тут, в принципе, не так актуально, потому что мы можем потом его подвинуть. Вот так вот захватываем вдвое сложенную ниточку и столбиком вяжем. 20 столбиков просто вот захватываем. Вот так вот. Довольно свободненько. Вот, теперь здесь мы можем сейчас сравнять, то есть выровнять это все дело. Поворачиваемся и полустолбиком еще раз проходим это все дело. Укрепляем. Конечно, можно сюда еще чего-то вставить, но я считаю, для авоськи это не так, не нужно. Авоська, она и есть авоська. До конца ряда так довязываем. Так, ниточку обрезаем и просто протянем ее. Заняло это все у меня 2 часа. 2 серии фильма. Ну, плюс съемка еще для вас. Поэтому серия фильма 50 минут. И плюс то, что я снимала. 2 часа. Пусть с копеечками, пусть еще немножечко. Вот такие вот дела, девчонки, вяжите, еще есть у нас время, есть у нас еще кусок большое лето, носить, вяжите, носите, вот. А с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока!